Привет, YouTube! Продолжаем решать задачи из сборника Демидовича. Следующая задача 1717 найти интеграл. Косинус x dx, деленное на корень из 2 плюс косинус 2x. В числителе видим косинус x dx, то есть d синус x. Сразу идея менять синус. Ну и как нам его получить? Нужно вспомнить формулу косинуса двойного угла через синус. Получается интеграл косинус x dx, деленное на корень из 2 плюс 1 минус 2 синус квадрат x. Так, и теперь замена t равно синус x. Тогда dt равно косинус x dx. Ровно то, что и стоит в числителе. И мы получаем интеграл dt, а в знаменателе корень из 2 плюс 1 это 3, минус 2t квадрат. Так, теперь давайте единицу на корень из 2 вынесем за знак интеграл. Останется интеграл dt, деленное на корень из 3 вторых. 3 вторых. Но 3 вторых мы запишем сразу как корень из 3 вторых в квадрате. Все это под корнем. Дальше корень из 3 вторых в квадрате минус t квадрат. А это уже не что иное, как табличный интеграл арксинус. Получается единица, деленная на корень из 2, арксинус t, деленное на корень из 3 вторых, плюс константа c. Равно обратная замена, единица, деленная на корень из 2, арксинус. Так, t это у нас синус, поэтому получается корень из 2, синус x, разделить на корень из 3, плюс c. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.